Урал-63095 проекта «Тайфун» создавали по заказу Минобороны. Над машиной трудилось несколько десятков предприятий отечественной оборонки. Основные технические параметры универсального 24-тонного бронированного автомобиля с колесной формулой 6×6 до сих пор засекречены. У машины уникальная броня, рассказывают создатели. От всех средств массового поражения, от стрелкового оружия и от противотанковых и других мин, самодельных взрывчатых устройств. По данным из открытых источников, машина способна выдержать подрыв до 8 килограммов тротила. Стекла обеспечивают защиту от обстрела из крупнокалиберного пулемета КПВТ. «Тайфун» обладает повышенными ходовыми качествами. Автомобиль преодолевает брод глубиной почти в 2 метра. При этом экипаж может регулировать клиренс и управлять пулеметом на крыше непосредственно из кабины. Задачи, которые решают и Министерство обороны, и внутренние войска, они как бы подобны. Поэтому эту платформу мы показываем и специалистам внутренних войск для того, чтобы вместе с Министерством обороны согласовать необходимые изменения и требования под требования всех силовых структур. Макетный образец «Тайфуна» сейчас проходит испытания. В МВД пока не готовы сказать, будут ли закупать новинку. От Министерства обороны уже подтвердили, что автомобиль примут на вооружение. Об этом министр Игорь Сердюков заявил в июне 2011 года.